Всем привет, друзья! На улице у нас минус 10. Для Киева это достаточно приличная температура, потому что у нас тут влажно, и из-за влажности очень холодно. Вот, и в связи с этим возник вопрос. Все знают мою любовь к балкону. Так вот, есть у меня такая беда, как у многих. Вот. Эти вот совковые рамы на балконе. Видите, какие щелюки? Но я несколько лет с ними боролся и поролон использовал. Разные всякие способы. Кто бы мог подумать? Пора мне на помощь пришел вот такой вот скотч строительный. Это единственная вещь, которая прилипает хорошо к дереву. Не пропускает ветер и, естественно, и держится. Он на бумажной основе с этой стороны фольга. Продается в строительных магазинах или на рынках. Все. Красота. Держится отлично. От мороза не отваливается. Прилипает к дереву. Замечательная вещь. Разно я перепробовал скотч. Еще раньше. И поролон пробовал. Но это держится лучше всего. Проклеил стыки и никаких проблем. Больше у меня нету. Берите на вооружение. Турики, жрачки у меня нету. Идите грейтесь обратно. На свою эту теплотрассу. Холодно. Греются. На канализационных люках сидят. Ага. Вот уже ж. Шаромышники. Да глянь этому. Так, не обижай птичку. Попробовал бы ты в Советском Союзе птичку мира обидеть. Тебе бы обидели потом.